привет! Меня зовут Зоя, это мой канал «Мама Зоя». Ну вот, у меня было видео, как я сняла плитку. Ну надо же дело закончить. Вчера вечером я вернулась домой поздно, потому что весь день провела со своими подругами, прощалась. И время еще было как бы рано, но на улице уже темно, потому что темнеет в Крыму рано. И я уложила вот эти 4 плитки. Видео не сделала, было очень темно для видео. И вот, что я использовала? Я использовала обыкновенные спички, вот чтобы ставить их между вот этими плитками. У меня, конечно, есть вот такие специальные штучки, но я посмотрела, они как бы не подходят. Они, если ставлю их, зазор между плитками увеличивается. И тогда у меня плитка немножко выпирает. А так все нормально. Я, конечно, очень волновалась. Думаю, ну как, я никогда не ставила плитку. Наверное, это так сложно. Но следуя инструкции мастера, у меня все получилось. И довольно-таки быстро. И сейчас я вам продемонстрирую, что это делала я. А вот наверху у меня не достает одной плитки, которую мы разбили. Поэтому я ее замазала вот таким средством. Что это так? Высокоэффективный цементно-полимерный шовный заполнитель. Застывает он почти мгновенно, и его очень тяжело вообще оттереть. Очень такой твердый. И я сейчас вот такой наждачкой почищу, чтобы у меня был, ну, хотя бы ровный такой, ровный слой. И я думаю, что все-таки, ну, неплохо. Главное, что чистенько, аккуратненько, и я довольна. Конечно, надо бы положить еще один слой, но я уже не выдержу. Я вот с этим мучилась, наверное, около часа. Все-таки я не мастер, но оставлю так. Все-таки это лучше, чем оставлять вот такую открытую некрасивую черноту. Но вообще это очень долгий труд, и я уже не буду затирать, оставлю так, как есть. На моей плитке было мало цемента, но я ее замочила почти на 2 суток. И вот этот цемент отошел довольно легко. И белая грунтовка по бокам тоже. Вот сейчас я буду наносить на плитку раствор. И будет видно, что на ней практически нет цемента. Это у меня клей ПВА, и написано «столярный», но в магазине мне сказали, это как раз то, что нужно. Ну, раз сказали, так я так и сделаю. Буду его использовать. Наливаю на глаз, потому что мастер сказал довести до состояния сметаны.
Я, конечно, уже положила один слой, потому что хотела попробовать, получится у меня или нет. Так что сейчас я уже заканчиваю. И где-то у меня остались еще дырочки, щельки. Я сейчас все заделаю, чтобы не придираться ко мне. Ну, в общем-то, хорошо здесь получилось. Сейчас оно подсохнет, и я наждачкой заполирую. Ну, а теперь берусь за швы. Вот это самое для меня тяжелое дело, и боюсь, что я не управлюсь, потому что я вообще не знаю, как их заделать. Смотрите в интернете, у меня нет времени. Я сегодня последний день дома, завтра я улетаю. Ну что, принимайте работу. Конечно, у меня не получилось супер-пупер, но все-таки это лучше то, что было. Здесь у меня еще мокро. И когда все хорошо подсохнет, я отшлифую наждачной бумагой. Ну, в принципе, я думаю, что получилось неплохо. Что я хотела сказать? Почему я не купила еще одну плитку? А все дело в том, что в маленьких магазинах я не нашла одну-две плитки. И мне сказали, есть такой магазин Каиса, большой строительный магазин, и в нем вы обязательно что-то найдете. И вот в воскресенье проснулась рано утром и пошла. Пешком от нас он находится по объездной, это где-то 2 километра. И когда я туда пришла, меня не пропустили, потому что у меня нет QR-кода, но у меня есть наш итальянский Green Pass, который действует по всей Европе. А вот здесь он не действует. И мне сказали, что он не читается, и их это не волнует. Мне, конечно, вот за это было очень обидно. Ну как это так? Ведь я сделала прививку. Ну, ничего не поделаешь, требования есть требования. Поэтому я плюнула на все, замазала вот так белой затиркой. Ну и думаю, что это хорошо. Вот и все, мои дорогие, я с вами прощаюсь, желаю вам всем всего самого доброго, и уже темнеет, а я еще не показала вам свою скромную квартирку. Всем пока-пока!